Салют, друзья! Это новый выпуск «Инфогнездо» на канале «Съедобный бизнес». Многие предприниматели задаются вопросом, как же сделать бизнес успешным и какие основные вообще составляющие успешного бизнеса. Как взлететь и оставаться в топе, оставив позади всех своих конкурентов. Сегодня именно об этом мы и поговорим. Подписывайтесь на канал. И не переключайтесь. Первая составляющая – это идея. Для того, чтобы сгенерировать крутую идею, нужно ответить себе на следующие вопросы. Чем ваш проект лучше других и есть ли аналог? В какой нише вы будете делать этот проект? Чем он может быть полезен обществу? И кто ваши клиенты? Если вы сможете ответить на эти вопросы, у вас будет крутая идея. Обязательно, когда вам приходит в голову невероятная мысль, всегда записывайте ее себе в заметки. Существует понятие, что если в течение 72 часов вы не приступите к реализации вашей задуманной идеи, скорее всего, что вы не начнете этот проект уже никогда. Поэтому не медлите и приступайте. Вторая немаловажная составляющая – это команда. Это люди, с которыми вы работаете. Существует мнение, что сотрудники должны быть такими, с которыми хочется после работы пойти и выпить в баре. Это значит, что каждый сотрудник – ваш единомышленник, с которым есть о чем поговорить. Он с вами на одной волне. У вас похожие жизненные ценности, интересы и цели. Именно такой человек вам нужен в команде. Помните, мотивация команды заключается не только в материальном вознаграждении, но и командном духе, поддержке и сплочению на пути к достижению коллективных целей. Поэтому не забывайте хвалить вашу Dream Team после очередной победы. Третье – это инвестиции. Говорят не в деньгах счастья, а в их количестве. Помните, вы всегда сможете начать свой бизнес с личного капитала или взяв кредит. Но вы никогда не сможете вывести проект на орбиту без инвестиций. Посмотрев историю 500 самых успешных компаний мира, я пришел к заключению, что ни одна из них не достигла бы таких результатов без привлечения капитала. Вы всегда можете развивать самостоятельно свой бизнес или даже продавать франшизу. Но инвестиции – это квантовый скачок, это скорость, это отрыв от ваших конкурентов. Итак, формула успешного бизнеса. Идея, команда, инвестиции. Именно эти три компонента приведут вас к успеху. Более подробно о каждой составляющей я расскажу в следующих выпусках. Ну а вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии ниже. Ну и до скорой встречи. Пока!